If I can make it there, I'll make it. Anywhere, it's up to you. New York, New York. Долбиться. Долбиться, слышите, что говорит? Я, говорит, спросила и пошла обратно долбиться. Давай печку, нам мешает нам звук, она портит. Оф, просто вот так. Всем у нас доброго воскресного утра. Значит, барышню зовут Катерина. Катерина. Привет, народ. Не, смотри, короче, вообще на YouTube тема как работает. Угу. Ты общаешься со своими зрителями точно так же, как, ну, желательно. Не все это делают. Как с тобой. Ну, вообще с камерой общайся, как с подружкой. Угу. Второе. Второе. Вот представь, что ты пришла в помещение в какое-то. Угу. А там много-много количество людей сидит. Угу. Ты... Жарко мне. А, ну ладно. И на тебя все смотрят. И что бы, как бы ты сказала? Здравствуйте, дамы и господа. Это вступ... Я говорю, подожди, не трогайся. Надо вступлялку записать и вообще сказать, что происходит. Значит, Катерина у нас туристка в США. Приехала из Красноярска. Ярска. А ты вообще родом с Усть-Камана, да? Да. Наша Казымочка. А ты давно в Красноярске? Ты вообще из Усть-Камана давно уехала? В декабре 14-го. А, ну нормально, ты такой свежий иммигрант. Вот, приехала по турвизе покататься. Я на самом деле не знаю. Ты, получается... Знакомая подружка моей сестры, да? Да. Ну, сейчас, я... знаешь, сейчас, короче, выяснится, какой сестры. Яна. Не, я говорю, как знаешь, на свадьбу приходят, кушают, пьют, а потом вы с какой стороны, жена, невеста? У нас в Гайер-маркете отделы вот так вот рядом были. Ну, а и сестра моя знакома с ней, с Яной. Я ее видела. Короче, мне сообщили, что вот такая ситуация, а у меня как раз воскресный день-то он, ну, как вы знаете, и меня этот человек поразил. Представляете, она... Просто мне говорит, я прилетаю в Лагвардию утром сегодня, вот воскресенье, а вечером улетаю из JFK. Поэтому, говорит, я возьму тачку в аренду. Нашла, за сколько ты взяла эту Kia Soul? 45 баксов. 45 баксов, вот, до вечера, да? Угу. Адрес, говорит, мне кинь, я подскочу. Первый раз вообще в США, в Нью-Йорке. Адрес мне, говорит, кинь, я подскочу. И поедем с тобой по Нью-Йорку, там покажешь мне, там, что там у вас за Нью-Йорк-то, говорит, никогда не была. А ты вообще что прилетел-то? Я на христианскую конференцию. Да? Верующая я сильно, да. В этом, в Сакраменто? В Рейдинге она была, в Калифорнии. Но в Сакраменто там просто мы встретились с друзьями с Красноярска. Один с Красноярска, один с Самары был. Мы там с ними встретились и поехали. Вот в Рейдинге побыли несколько дней, потом вернулись в Сакраменто. Из Сакраменто я улетела к подруге в Детройт. В Детройте у меня подруга живет. Ты в Детройте потусовалась? Да, ну, рядом с Детройтом. Ну, окей. Вот. Ну, да. И вот с Детройта прилетела сюда и говорит, ну, давай, что там у вас за Нью-Йорк, покажи хоть. Говорят, что красиво, дай убедиться. Ну, собственно, я задал ей несколько вопросов, чего ты хочешь, она говорит, да все самое основное. Поэтому мы предлагаем с нами просто потусоваться, походить и посмотреть, где побываем. Вот человек хочет мимо Статуи Свободы проехать, хотя бы. Вот такую фотку хочу сделать. Не, на вот фоне. Не, вот такую не хочешь, чтобы Статуя Свободы? Можно такую, можно такую и такую можно. Селфи, да. Со Статуей Свободы. Да, будем вот так вот пробовать мимо проезжать, чтобы она на руке была, Статуя Свободы. Это ж тренд когда-то был. Вот, и на фоне ковра тебя где-то надо здесь еще сфотать. Типа, это я на фоне ковра. Это я в Нью-Йорке на фоне ковра. На фоне рваных обоев. Это я в Париже. Вот такая девушка. Мужики. Девчонки на самом деле могут все. Я бы приехал в Нью-Йорк взять машину первый раз. Не, ну конечно бы я это сделал, если бы поджала ситуация. Но я бы об этом очень много думал, а она без проблем. Везде же люди. Везде люди. Согласен. Главное, самое главное, чтобы тебя поняли. И ты поняла, да. Чего от тебя хотят. Да, причем английского главное. Ты не знаешь. Нет. Вообще. Нет.
чуть-чуть. Она приехала утром, я сплю, а у нее телефон не работает. Мало того, она сюда ехала, у нее еще и навигатор. Как у тебя навигатор? Офлайн этот не работает? Офлайн, ну, закончилась версия, надо купить премиум, интернета нету. Ну, там приглядываться надо было, чтобы он не показывал экзиты. В Лос-Анджелесе, когда ехал, он показывал выход, выезды, все там я ни разу не пропустила, а здесь чуть-чуть. И все, приехал, мне позвонить не может, стучаться, я забыл ей сказать, что я в подвале живу. И она нашла какого-то дядьку, говорит, дай позвоню, позвонила, меня разбудила. Короче, нигде не пропадет. Я сейчас попробую ее, может, как-то это, напоить его ляску, ее отправить, посмотреть. Несколько серий сделать, как выживет, не выживет. Я не пью. А что, тебе накурить тогда, что ли? Я не курю. Через вену загоню тогда. У меня 150% природного кайфа. Молодец, все, поехали. Меня вообще просто поражает, она здесь едет как местная. У меня такое ощущение, что живет здесь. Просто там с полосы все перестраивается, знаки стоп. Ты... Не знаю, мне Америка понятно, вообще понятно. Я как приехала в LA, взяла машину там, и мне сразу все стало понятно. Я посмотрела, что на красный направо поворачивать можно. Здесь нельзя, кстати, в нее. Здесь нельзя, да? Ну, слава богу, я был два раза, когда я камер нет. В общем, двигаемся мы из Бруклина в сторону Манхэттена. У нас вон видок открывается уже на Манхэттен. Менты стоят, как обычно, здесь ловят кого-то. Вот. И вот мы с тобой сейчас, смотри, там сядем и на кораблике поплывем вот сюда, в Стэтмен. А где? Статуя Свободы, ну ее, подожди. Тетка с факелом. Тетка с факелом, сейчас там поближе ее подъедем. Ну ее вдалеке видно, ее отсюда, наверное, должно быть. Сейчас посмотрим. Вон она. Мне надо перестроиться или направо уходить? Нет, сейчас тебе надо перестроиться. Видишь, Квинс-Бронс мы берем, 278-ю трассу. Вась, короче, ее видно, сейчас ты увидишь. На вопрос, как ты, Катя, получила визу, а у тебя паспорт какой, русский или казахский? Русский. С российским паспортом. Я, ну, просто задал вопрос, говорю, визу-то без проблем получила. Она мне говорит, а я визу в Израиле открывала. Ну-ка, давай-ка про это поподробнее, пожалуйста. Как? Есть у меня знакомый друг Вася, ага. Василий. Так. Я говорю, Василина, привет. Привет, Вася. Вася, привет. Вася, ты молодец. Так. Он у нас путешественник. Ага. Он меня заразил. А, он путешествует по миру? Ну, он много раз был в Израиле, много раз в Штатах. Угу. Много наших людей разных групп возит уже. Его интересные путешествия. Ага. По Штатам. В смысле, он здесь живет? Он говорит в Красноярске. А, и? И он мне говорит, в Израиле можно открыть визу, а российские консульства сократили, отменили собеседование. Ну, это тогда сентябрьские, октябрьские, в прошлом году. Вот. Ну да. Вот, он говорит, можно попробовать в Израиле открыть. Я говорю, давай попробуем, что-нибудь попробуем. Ага. Нам как сейчас ехать? Прямо. Прямо? А, Кать, наврал, не прямо, перестраивайся вправо. Потихоньку, у тебя много времени, чтобы перестроиться вправо. Еще правее? Да, еще правее, еще правее, еще правее. Потому что если мы с тобой по левой поедем, мы попадем в туннель. Нам надо через Бруклин-Бридж проехать, чтобы посмотреть красоты. Ну и вот, давай попробуем. Он говорит, только собеседование на сайте написано, официальные языки, английский и еврей. Угу. Может, русского не быть. Что не попробовать? Давай попробуем. Тебе, в принципе, без разницы, что ты английского, что иврита не знаешь. Ну, ты можешь, в принципе, и на иврите войти, да? Ну да, да. Угу. Что-то типа того. Ну все, мы приехали в Тель-Авив. Угу. Он мне оформил все бумажки на сайте, анкету заполнил. Мы прилетели в Израиль. Вместе с ним? Тель-Авив. Да, мы вместе летали. Ну, у нас компания летала вчетвером. Ну это просто как туристы. Да, да, да. Да. Угу. Таможенники вскрыли наши переписки, 3 часа нас не пускали, а он мне как там вопросы задавал. Ну, он говорит, давайте ваши телефоны, и шерстили телефоны, мой, его телефон. В ВКонтакте, в WhatsApp? Вот, в Вайбере, да, мы в Вайбере переписывались с ним. Угу. Ну, он там вопросы задавал, замужем, не замужем, когда была, когда разведена, ну, вот эти все вопросы. Ну, и таможенник в конце концов сказал, признайтесь, Василий. Вы Екатерине уже жениха нашли или еще ищете? Или еще подбираете, чтобы она в Израиле осталась? Короче, тебя в эмиграции, да, заподозрили? Да, да, да. Ну, пропустили потом. И вот мы пошли на собеседование. Хотели пройти вместе. Ему говорят, ну, у него есть виза американская, чтобы переводить. Он говорит, нет, не переживайте, ей там русские помогут.
Ну все, я к первой стойке подошла, объяснила на своем ломаном английском, говорю, ну, кто-нибудь может говорит по-русски, я плохо понимаю. Он говорит, нет, вот туда в окошко проходите, там вам помогут, не переживайте. Ну все, я в окошко, в первой регистрации окошко подошла, пытаюсь, подаю документы, начинаю судорожно говорить на английском. Она мне говорит, да говорите по-русски. Я понимаю, на чисто русском, вообще без акцента. Угу. Я, говорит, с Челябинска. Да? Ну все, я на... Вон статуя свободы. Вон она торчит. Ты уже не видишь? А, все, вижу. Вижу. Ну все, она говорит, не переживайте, один консул русскоговорящий. Даже, говорит, если он отойдет, когда до вас очередь дойдет, до собеседования, вам все равно помогут, кто-нибудь переведет. Ну все. Ну, я попала к русскому консулу. Ваша виза одобрена. Он задал несколько вопросов. Ну просто там, какая цель, куда собираешься и все. Да, 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 да. А ты сказала, что ты на конференцию по новым технологиям? На христианскую конференцию. И, ну, у меня было приглашение. А у тебя бумага была, да? Да, у меня было приглашение оттуда, с той церкви, куда мы ехали. Угу. Все. Консул сказал, о, я знаю этот город, очень хорошо. Ну, а кто знает этот город, тот знает и эту церковь, вероятно. Так, а ты реально, да, прям на эту конференцию ездила? Да, да, да. Ну, ладно, мы на эту тему не будем, Кате задавать вопросы, пусть вот останется личное. Вот видишь, вот Бруклин, он еще и такой может быть. Прям. Едем прямо? Мы сейчас или едем прямо. Или в Экзит-26? Не-не-не, Экзит-26. Бруклин, он с... Не-не-не-не, Бруклин, Квинс, Экспрессвей, вот по ней едем. Да, по Бруклин-Бридж лучше всего ходить, видишь, пешком вот люди ходят. Так что, друзья, если приедете, да, на машине здесь ничего особенного. Здесь вид не открывается никакой на Манхэттен. А пешком там вид обалденный. А с правой стороны у нас виднеется Манхэттен-Бридж. Ты знаешь, что за телефон в руках менты здесь тебе по голове не погладят? Ну, ты с местными правами, конечно, ничего особенного не будет. Ну, казахский. Вернее, со своими. У тебя казахские права? Да. Право казахский, паспорт русский. Ну, у меня так же. Вот, в общем, куда, прямо? Все, прямо. Прямо. Давай, я тебя веду прямо. Только спустились с моста, у нас здесь сразу холл. Вот. Приехали мы, ребят, вот сюда на фейри. Это который кораблик находит мимо Статуи Свободы, туда, в Стейт-Айленд, обратно. И крутились по Манхэттену, не нашли здесь вообще парковочные места. Решили вот сюда на паркинг заехать. В общем, в субботу, со скольки получается, с 8 утра до 6 вечера стоит $20 в паркинг. $20. В будние дни дороже, а в субботу, типа, ну вот вроде как туристы все отдыхают. Ну ладно, $20. Все, они сейчас машину туда куда-то наверх утащат, эти небоскребы. Ну все, пошли на кораблики. У меня, кстати, 2 видеоролика уже было с кораблика, поэтому я слишком там не буду. Мельком покажем еще раз. Потому что с того момента 5000 или 6000 на канал людей добавилось. Так, нам туда. Кать, тут все салфаки. Мерзнешь? Принято говорить, это Нью-Йорк, детка. В Майами приеду. Что буду говорить, это Майами, детка. Стейтен Айленд Ферри, вот оно здание. Я скоро вернусь в Россию, буду говорить, это Россия. Это Красноярск, детка, да? С девчонками, короче, ребята, гулять. Один минус есть большой. Они всегда в туалет хотят. У них главное что? Кофе попить и реструм. Пойдем вон там реструм. Особенно, когда... Ладно, Катька не пьет. А те девчата, которые пьют пиво, так это вообще туалет к туалету. Воды, воды. Предупредили нас о чем-то, слышь, Катя? Катерина, давай, руку выставляй, выше, выше. Выше. Еще. Стой. Это турбофотография просто получилась. На аватарку.
В начале марта, собственно, как-то, конечно, мы можем порекомендовать, но прохладненько. Прохладненько, ребят, поэтому, наверное, да. Если вы соберетесь в марте-феврале вот так прокатиться, одевайтесь теплее. А летом кайф, когда жара печет от асфальта, идет этот пар, а здесь в водах прохладненько. Вон там у нас виднеется уже, даже и Нью-Джерси видно. Все, основные кадры были сняты, теперь можно уже внутри посидеть, отдохнуть. Там прям сквозь куртку мороз пробирает. А ты все не угомонись. Да? Что ты делаешь? Ты сейчас-то что фотоешь? Просто. Знаешь, сколько в интернете ты можешь найти таких фотографий? Да. Да, очень много. Тут же главное, чтобы ты и она. Я это тоже сделала. Все, мы сейчас, наверное, с тобой даже, я не знаю, заставят, не заставят. Сейчас посмотрим, выходить нас из этого кораблика. Может, нам прямо на нем же, ну, вернее, на нем же, но не выходя обратно сразу. Не разрешили нам остаться, сказали, надо всем выходить. Было спрятаться. И потом. За мусорку спрятаться. Да? Ну, ты бы спрятал, для меня контейнер нужен тогда. Вот, и приходится выходить, потом заново заходить. Пойдем, кружок дадим. Она неугомонная просто. Она фотается и фотается. Такая. Катерина. Катерина. Ты сейчас яичники застудишь. Пошли сюда. Вот так. Вот отсюда нормально. Статуя, статуя. Да. Я себе в ежедневник поставил, что. Ой, чего тут не закрыли? Я себе в ежедневник поставил, что на остров у нас будет отдельное видео. Поход на остров и все, что с этим связано. Давай.